Всем привет! Меня зовут Бучин Кирилл, и я разработчик спиннингов Nordstream. Начало спиннингового сезона 2021 года. База KZN Fishing под Казанью. Позади чуть меньше 1000 километров. Ну, как бы наконец-то добрались. А я здесь не был 4 года. Олег меня все время Маркутин звал, но как-то вот не складывалось. Наконец-то сложилось прям вот открытие вот здесь. Собственно говоря, пойдемте, познакомимся, посмотрим, что к чему. Ну и поговорим с Олегом, куда же мы завтра поедем утром на рыбалку. Надеюсь, она будет более или менее удачной. Все, пойдемте. Итак, мы наконец-то на воде. Собственно говоря, это самая дальняя точка. Я про нее не знал ничего. То есть вот Олег привез. Ну и давайте сделаем, знаете как, чтобы не просто показывать вам, как мы тут порим рыбу или не порим, что получится, пока не знаем. Олег будет прям четко рассказывать, почему мы останавливаемся в этом месте, что здесь делать, как. Ну и чтобы как бы какая-то полезная информация была для тех, кто будет ловить, либо ловит судака на большой воде. Олег, давай, расскажи. Я показываю прямо на верховодье? Да, прямо на структурнике покажи. Ну вот остров идет, то есть видно коса от острова, течение направлено сюда. И вот здесь, получается, под островом течение теряется, и, соответственно, здесь стоит судак. То есть у нас здесь затишок? Затишок течения. То есть если выйти вот сюда, допустим, выше, то есть течение уже прям сильное и как бы ускоренное. Здесь прям, ну, оно в разы меньше. Можно еще дальше уйти туда, допустим, вниз. Оно еще будет меньше. Ну, там болотчатое получится, да. Уже, да? То есть пробовать и, надо и вот оно от края. Стоит как раз вот, да, на таком среднем течении. То есть оно там присутствует. И вот здесь стоит судак. Ну, по моему опыту, как бы, имеет смысл вставать на границе сильного течения и среднего. Ну, мы, в принципе, так и стоим. В принципе, так и встали. Ну, вот, собственно говоря, мы так и встали. Вот, сейчас попробуем половить. Точка трофейная, да? Точка трофейная. Ну, мясная. Сейчас попробуем. Давайте, значит, по глубинам. У нас примерно падает. Мы бросаем здесь, где-то кидаем метров на 8-9. Да. И поднимаем, мы вверху ставим, мы стоим на 6. То есть, соответственно, вот 8-9 под небольшим углом, чтобы приманка шла не чисто вверх по течению, против течения, да, а чтобы она работала на снос. Вот этот очень важный момент, то есть прямой проводкой вверх против течения поднимать, ну, эффективность намного ниже. Приманка должна идти немножко на снос. Вот, собственно говоря, что мы сейчас здесь и будем делать. Надо пробовать. Давай, пробуй. Думаю, получится. Ну, начнем с проверенных вариантов. Что у нас тут? 10.28 нет пока. 15.52. Вот как раз примерно под эти условия этот вот и нам пойдет. Вот он. В больших катерах я все-таки люблю пользоваться палки по длине. То есть считаю, что оптимальная длина примерно от 8 до 8,4, то есть от 2,44 до 2,50, там, условно говоря, там 6. Удобнее с крупной рыбой возиться. Щуку не планируем, судак, поводок ставить не будем. Плетенка тоже не особо толстая, течение, поэтому лучше не фанатично толстую плетенку. Здесь 1,25 по японской системе. Сразу проверить рационщик. Олег здесь верит в темный ритм вейв. Он прям специально просил привезти побольше. Я привез. Вот. 4,8. Как раз само то. Начнем с резинки, а дальше попробуем раком.
забываем о работе. Новые пресерийки. Половили старые проверенные классики. Сейчас посмотрим. Сравним конкретно с пресерийкой. Разницу я уже вижу и чувствую. Но лучше это делать на рыбе. Благо рыба клюет, а рыба есть. Давай посмотрим, что там у нас. Не, это уже приличненький. Давай посадим. Оп, просто открыли. Заказали. Трешечка? Трешечка. Поздравляю. Ач! Не, вот это уже нормальный размер. А то я что-то начали расстраиваться. Напильники килограммовые клюют. Ой, красавец, красавец. Я фоточку хочу. А ты? Ач. Не рыбочка. Ух ты. Прям под лодкой. Посмотрим, вот это хороший. Вроде как. Сейчас посмотрим. А может это хороший, может. Ну, что-то зачетненькое. Хотя не, не факт. Это может он упирается так. Сейчас посмотрим. Ой, какой. Не, ну такой уже, такой приличный. Не понял. Да нет, пацагаты. Что-то хорошее. Вот он. Ай, давай, 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 давай. А, да. Да, да, да. Вот за этим мы ехали. Дальше справишься? Нет. Фоточку меня, любимого. Сколько? Сейчас я тебя убью. Есть? Тихо, 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 тихо. 5,8 размер. Меньше бесполезно. Можно, можно, но шансов на поимку такого мало. А? Да? Давай, иди гуляй. Борзенький судачок, дорвался до судака. Сдается. Все да. Благодаря мне. Вот ты, господи, да. Реально благодаря тебе.
нет, наверное. Это поменьше. Хотя пока непонятно, подожди. Не, хорош. Да не поменьше. Ать! А вот это уже... Поздравляшки! А вот это уже трофей. Слушай, сегодня день, конечно, это труба. Фоточку и топить. Давай вот так. Да хватит, куда? Топим, топим. Пошел. Заброс, Кирюх. С первого? Ну. Все, сегодня крайний день. Сразу приехали на хорошую точку. О, как нехорошо-то, а. С первого заброса и анальный. Блин. Ну давай тащи еще. Хороший. Судачок-то. Не маленький. Парсир, парсир. И так бывает. Так бывает. С поклевки? Да он как-то что-то тух дал и. А, ну промахнулся, скорее всего. Четверочка. Три с полком. Четыре. Тихо. А? Как-то поп я вам клюнул. Ну как-то неправильно. Это не по-нашему, не по-бразильски. Ну это поприличнее. Вот она линь-то человеческая. Просто линь взять под сачек. Слушай, а смотри как его. Видишь? Они походу дерутся. Зубы-то с удачи. Глубок клыка. Причем хорошего судака. Видишь расстояние между ними? Два судачьих клыка. Видите? Расстояние смотрим. Примерно тут палец толщиной. Теперь открываю пасть. И смотрим, что здесь. Здесь сильно меньше пальца толщиной. То есть надо понимать, кто его атаковал относительно недавно. Поехали за жериком. Поехали за жериком. Переменчивая погодка на каме. То штиляк и солнце. Но вот сейчас солнце, но уже так дует нормально. Порывы метров, наверное, 8-10 уже в секунду. И, скорее всего, будет еще больше. Сейчас потихонечку, аккуратненько дойдем до других точек, чтобы проверить там чего. Но надо всегда учитывать, что на самом деле, как бы, если нет технической возможности, то есть в виде там большого катера, который нормально по волне, от базы лучше далеко не уходить. Так, значит, у нас следующая точка. Точка интересная. Чего здесь рассказывай? Здесь локальная яма. Так. Мы стоим внутри ямы. Здесь подкручивают течение. То есть здесь обратка и как бы уходит в протоку. Так. Вот. И здесь бывает очень хорошая рыба. Судак. Ну, конечно. Кама – это судак. Всегда. Ну, нет. Тут и щука есть хорошая, и жерех есть хороший. Здесь все есть. А жерех? Жерех подальше.
Ну, дойдем, да, дойдем. Ну, дойдем до этого, попробуем, посмотрим и расскажем. То есть, короче, здесь есть шанс на хорошего судака, ну, да? Конечно, конечно. Ну, то есть 5 дюймов, да? Ну, меньше мы не волочимся. Все, давай, хорошо, пробуем. Вот так вот. Минус руки рук. Последняя точка, которую я, в принципе, более-менее знаю, это свал. Свал очень резкий. Он идет метров с 5-6 и уходит на большую достаточно глубину. И вот здесь вот наверху этого свала частенько ловится хороший судак. Вот сейчас попробуем поймать что-нибудь хорошее. Не получится хорошее, поймаем, что есть. Рыбка тоже. Тоже поймал. Прям жерик всем жерикам. И мили. В общем, половить немножко судачка, решили половить тут же, не отходя от кассы, окуня. Ну вот, у Олежки сел жерих, окунек поклевывает. Приятно. Собственно, сегодняшнюю программу мы выполнили, поэтому такой вечерний расслабон. Окуняка. Окуняка. Ну и пусть не трофейный. Ну и пусть маленький. Зато приятно. Вечерний релакс после очень трудового рыболовного дня. Когда было все. Класс. С третьего раза взял. Как где-нибудь? Жирь. Мелкий жили шурок. Ой, он волкер оторвал. Я тебя оторву сейчас, мой волк. Как все можно забрать волкер у друга? Ну, собственно, что, все, это наш заключительный вечер здесь, на Каме, с Олегом Маркухиным. Тем более, погода уже портится, сейчас пойдет дождь, поэтому поехали мы на базу. Рыбалка была, ну, классно. Просто замечательно, классно. По судаку я давно так не отрывался. И главное, что очень хорошие экземпляры и много поклевок, вообще все интересно. Жерих подкачал? Ну, жерих подкачал, ну, это ну, просто ты не умеешь. Да, давай. Я не умею, да. Да нет, еще поймаем, и не раз. Осенью за щукой. Щука, жерих, судак, слушай, давай. Биг фиш. Я теперь про судака не хочу слушать месяц. Все, мне хватило. Ну, наверное, сколько? Штучек по 70. Да нормально поймали. Ну, а мы с вами прощаемся. Вам приятных поклевок и ни хвоста, ни чешуи. Все, всем пока. Пока-пока.